Нападающий тюменского клуба «Рубин» Денис Давыдов не забрасывал в чемпионате паревых ИЛ с 19 ноября. Но игра в Пензе показала, что форвард наконец-то пришел в себя после травмы. Он открыл счет на 9-й минуте, подставив клюшку под бросок Никиты Попугаева. На 53-й Давыдов оформил дубль, завершив коллективные усилия партнеров по отбору шайбы в чужой зоне. Но к этому моменту тюменцы уже уступали 1-2. Обе команды имели возможности в основное время завершить, но игра перешла, наверное, частично ожидаемо в овертайм, в котором Данил Лапин произвел голевой бросок. Поражение 2-3. Уже сегодня тюменцы сыграют в гостях у клуба «Тамбов».